Акция «Дети России. Профилактическая». В ее рамках полицейские рассказывают о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также об ответственности за их незаконный оборот, предусмотренный законодательством нашей страны. В акции участвовали инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники госнаркоконтроля, а также представители медицинских учреждений. В ходе беседы полицейские показали ребятам фильм о вреде употребления наркотиков, который напомнил школьникам о том, что употребление наркотических веществ оказывает пагубное влияние на развитие человека и его дальнейшую судьбу.